Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память» приняли участие в проведении автомотопробега, посвященного 77-летию Курской битвы. Организаторами пробега выступили Одинцовская торгово-промышленная палата, региональная ассоциация станций технического обслуживания и байкерский клуб «Боливар». Мемориал «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово стал одной из точек маршрута. Председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев поприветствовал всех участников и рассказал о том, как создавался этот комплекс. В завершение встречи мотоциклисты совершили торжественный проезд вдоль мемориала.